Движение по всем дорогам страны осуществляется в обычном режиме, но на некоторых участках дорог сохраняется гололедица. Об этом заявил начальник госадминистрации автомобильных дорог Сергей Капецина. По его словам, в течение всей ночи сотрудники дорожных служб проводили работы по расчистке дорог. Работы проводились на всех дорогах страны. В общей сложности в процессе участвовали 41 единица техники и 70 рабочих, которые использовали более 200 тонн противогололедных реагентов. В настоящее время все опасные участки дорог постоянно контролируются дорожными службами, отметил Капецина. В условиях гололедицы инспекторы по патрулированию рекомендуют водителям автотранспорта увеличить дистанцию между автомобилями, избегать опасных маневров, убедиться в исправности тормозов, оснастить автомобиль зимними шинами, а также возить с собой цепи, лопату, скребок и мешок с песком. Пешеходов убедительно просят переходить улицу только в установленных правилами местах. В ближайшие дни сохранится холодная погода. На всей территории страны ожидаются снегопады.